Всем привет! Я сегодня готовлю, знаете что, чебуреки. Так, девчонки меня попросили, я только вышла из стрима и собираюсь готовить чебуреки. И мне попросили, чтобы я тоже снимала видео. Хотя хотела не снимать, думаю, сейчас по-быстренькому приготовлю. Ладно, попросили, значит, снимаю, показывая, как я готовлю чебуреки. Как видите, я уже начала готовить. В общем, кручу фарш. У меня свинина. Ну, желательно, конечно, смешать какую-то. Ну, какое у меня было мясо, такое разморозило. Кручу свинину, лука много. У меня 4 луковицы. Я вот уже начала тут крутить. В общем, готовим вместе быстренько чебуречки. Фарш перекрутили. Я в фарш добавляю очень много лука, чтобы чебуреки получались очень нежные, сочные и вкусные. Фарш добавляю только соль и перец. И могу еще потом немножечко укропчика добавить для вкуса. Больше никакие специи не добавляю. Фарш хорошо посолили, поперчили, ну, по своему вкусу, как вам нравится. Больше никакие специи не добавляю. Добавлю только холодной воды. Воды прям холодной добавляем. Вот у меня пол чашки добавляю. Неочищенная вода. Потом еще будем добавлять. Это мало воды. Сейчас фарш себя все уберет. Можно добавить укропчика по вкусу. Кому как нравится. Собралась тесто готовить. А думаю, фарш не приготовила до конца. И оставим его. Пусть он стоит. Отставим в стороночку и пусть он настаивается. Воды еще можно добавлять. Сейчас я еще столько же добавлю. Видите, он густой. У меня очищенная холодная водичка. Ну, вот так. Потом буду, когда готовить, посмотрю, когда уже будем чебуречки лепить. Посмотрю еще. Если что, еще даже добавлю воды. Потому что, видите, все, он густой. Готовлю тесто. Для теста мне нужна мука 3 стакана, соль 1 щепотка, водка 3 столовые ложки. Но у меня ее сегодня нет. Масло подсолнечное 3 столовые ложки, сахар 1 чайная ложка и воды кипяток 1,5 стакана.
Тесто у меня полежало, отдохнуло. Вот оно какое хорошенькое, плотненькое. Все, теперь будем раскатывать, лепить чебуречки. Вот, девочки, будем готовить чебуреки. Чебуреки. Тесто делю на три части. Ножик не тот взяли. Меняем. Сразу не буду делить. Потом. Девчонки, муки у меня по рецепту идет 3 стакана. Но в процессе вымеса теста я добавляла, подсыпала муки. Вот. Рецепт тоже давно в интернете брала. Так, эти, наверное, буду резать. По-быстренькому спешу, потому что муж скоро с работы придет, а я еще ничего не приготовила. Так, вот первая партия. Немножко буду подсыпать муки и раскатывать. Все, раскатываем тесто. Я раньше раскатывала, тарелочку брала, вырезала. Сейчас все делаю на глаз. Большие сильно готовить не буду. И тесто тоже сильно тоненько раскатывать не буду, потому что потом оно будет рваться. Так, фарш, воду больше не добавляла. Мне достаточно воды. Сейчас я гляну. Я тут видно, как я все, как я делаю. Вот, все. Ложу фаршик. Накрываем, воздух выдавливаем. Хорошо тут продавили. Пальчиками, чтобы не прорвалось, чтобы жидкость у нас не выливалась. Все. И вот такая у меня есть штучка. Мы ее обрежем. И она еще лучше заклеится. Вот так. И все. И чебуречек у нас готов. Все, буду дальше лепить. Вот такие чебуречки получаются. Жарю. Вот еще на готове. Если нет вот этого ролика катать бока, можно просто вилочкой вот так попридавливать бока. Я раньше так готовила. Можно вот так делать. Главное хорошо защипить, чтобы они не вытекали. Все. Эти уже можно снимать. Вот такие чебуречки у нас получаются. Главное, чтобы не упал. И все. И жарим. Я по 2. У меня по 2 ложатся. Вот столько у меня получилось чебуреков, девчонки, нажарила. Все, аромат идет. Все, буду кормить семью. На сегодня с вами прощаюсь. Всем пока-пока. А нам приятного аппетита. На ночь глядя. Сколько чебуречков у меня получилось. Вот такие вот красивые, аппетитные, еще даже горячие.